И продолжая тему о бензине, один из крупнейших поставщиков ГСМ подал в суд на павлодарских экологов. Поводом для скандала послужила проверка чиновников, которые установили, что компания «Гелиос» загрязняет грунтовые воды. Содержание нефтепродуктов, по их данным, превышает норму, внимания в 50 раз. Превышение идет уже на протяжении нескольких лет. То есть оно, будем говорить, оценено как значительное, то есть превышение ПДК более 50 раз в отдельных скважинах просматривается. Экологи направили компании предписание устранить нарушение, но топливники решили обжаловать его в судебном порядке, как утверждает в фирме. Дело вовсе не в деньгах, на кону деловая репутация. К слову, «Гелиос» должен выплатить штраф в размере 100 МРП. Последствия от этого всего, как ущерб деловой репутации, так и требования общественных объединений о приостановке деятельности нефтебазы, они, в общем-то, значительны.